Итак, приветствую вас, господа. В этом видео будет речь идти о капиталочке двигателя B12S1, 8-клапанный блок от 1.2 Avelo Chevrolet 2003-2007 вроде год, что-то такое. Вот, с чем мы столкнулись, с какими проблемами. Здесь у нас провернуло как бы шатуны, ой, вкладыши на шатунах, вот как бы полбеды. И на рынке таких шатунов нет. Как бы есть, но только все под заказ. Все пихают от Матиза. Якобы они подходят от Матиза. Сейчас я вам все расскажу. Шатуны под 16 палец. Если я не ошибаюсь, да, 16. Здесь 17. Есть одна проблемка. Вот. Есть матизовские шатуны. Ну там с Cherokee, хрен знает с чего они. С 17 пальцем. С таким же диаметром шейки коленвала, но они короче, примерно на сантиметр. И все люди их пихают, спорят, типа они подойдут. Вот, так что будьте внимательны. Мы заказали не оригинал, но родные. 3 с чем-то один шатун выходит рублями. Вот. Как бы с Матиза, если всякой прочей херни не подходит. Также поршня. Поршня родные. Коробка не сохранилась. ВТ-шные, что ли, они там какие-то были. На первый ремонт 0.25. Тоже все родное, как бы. Никакого колхоза. Искать с чего-то. Тут 17 палец. Коленвал шлифуется в плюс. Ну, то есть минус 0.25. Вкладыши есть матизовские, продается по 3 штуки комплект. Должны подойти, я еще не примерял, просто открыл. Как бы по 3 штуки. Ну, 2 комплекта купил хозяин. Будем брать одну пару с другого комплекта. Это корни, шатуны. Ну, прокладка Матиз у нас. Литровая 1.2 типа подходит. Тоже есть отличие. На родной прокладке перемычки шире. Ищите лучше родную прокладку, чем матизовскую. Здесь тоненькие перемычки. Между цилиндрами может прогореть. И, в принципе, вот все секреты. Масляный насос также потребовал замены. Так как я его забраковал, вот у нас от Deo, от Матиза сказали. Как бы все подходит на 1.2. Вот. Итак, с чего мы теперь дальше начнем? Капиталка начинается, конечно, в первую очередь со всех запчастей. Все найти, купить. Также сальники, вкладыши не без проблем. Кстати, боковые вот эти упоры из какого-то УАЗа, что ли, там привезли, я хер знает. Я не сохранил коробку. Ну, здесь такая отмаркировка есть, но там что-то было такое. Вот. Итак, блок у нас расточен был. Вот 0.25 плюс 25. Первый ремонт. В корне остались живые. Коленвал как бы не сильно пострадал. Думали, на второй ремонт зайдет, но в первом все ограничилось. Вот эта шейка у нас была заклинившая. Фотографии привожу. И вот это. Как бы все отшлифовалось, никаких следов. Все четко. Отверстия для смазки были вообще все забиты, закупорены. Тут, конечно, такие риски есть, как будто царапины, но это все жир. Я тут уже начинаю отмывать бензинчиком. Также кольца. Я уже все сюда сложил. Примерять сейчас буду. Выставлять зазоры, как бы проверять. Вот. В общем, все, по запчастям все закупили, теперь будем собирать. Так, с чего мы начинаем нашу сборочку? С завтуливания пальцев, ну, сборки поршневой группы. Здесь, благо, у нас имеется направление, стрелочка, идет к первому цилиндру на помпу у нас, вот так. Вот спереди масляный фильтр. Как-то я где-то встречал видео, как парень говорил, что масляные форсунки должны брызгать на фильтр, смотреть. Ну, это что-то не так, мне кажется, как-то он говорил. Вот, здесь у нас есть стрелочка, направление. Также это все было у нас здесь установлено. Вот. На поршнях тоже есть метки в виде такой вот выемки. Вот, по ходу двигателя, если у нас стоит смотреть. ГРМ вот здесь. И все направлено на ГРМ. Вот. Ну, все шатуны... Как бы собрать с поршнями вообще не проблемно, так как здесь технология еще старая, мопедовская, так сказать. Просто плавающий палец в шатуне и плавающий в поршне. И все это фиксируется стопорными кольцами. Вот такого типа, как на любом мопеде, бензопиле, всякой такой херне.
Так, после расточки ни в коем случае не путаем поршня местами. Я думаю, это каждый будет знать. Это у нас четвертый цилиндр, все у нас помечены. Вот, видите, у нас так помечаем. Третий, без пометки, это у нас четвертый. Второй, это значит первый все-таки. Да, здесь вот одного, риск первый, не путаем. Вот. Далее. Собрать все на смазку, как бы любой сможет, ничего не сложно, ну, не сложно. Идем дальше. Главное не перепутать направление все. Дальше выставляем зазоры на кольцах по мануалу. Берем поршневые кольца, массосъемные в принципе нам не нужны. Ну, если привернут наши измерения к изменению зазора, тогда и массосъемными можно заняться. Выставляем, вот я так временно собрал, чтобы выставлять кольца. Проверяем зазор на кольцах обязательно, на всех, щупами. Ну, конечно, я его чуть многовато туда усадил. Вот так, оп. Нижнее поршневое кольцо. Проверяем зазор щупами. И верхнее кольцо. Так со всеми кольцами проделываем. Вот также по поводу, как устанавливать кольца, у меня есть отдельное видео на канале. Можете найти. Там очень все так богато рассказывается и очень много комментариев у людей. Поэтому вам там будет проще это понять. Ну, ничего сложного. Как бы у вас съемная. Сепаратор, два кольца, потом верхнее, потом нижнее, надписями вверх. Вот. Далее. Ну, подготавливаем как бы поршня с шатунами. Да, предварительно открутив все бугеля. Они тут затянуты, мы промеряли их. Откручиваем, но не путаем ни в коем случае их местами. Замок к замку, как бы все как полагается. Далее. Накидываем кольца на поршня с шатунами. Расслабляем гайки и пусть они валяются. Потом переворачиваем блок. С чего? С этого я, наверное, и начну. Переворачиваем блок наш. Вот все вымото стерильно. Протираем это все сухой тряпочкой и устанавливаем вкладыши. Берем комплект коренных вкладышей. Открываем их. Видим, у нас мы расставляем их всех вот так замком к замку и смотрим, есть ли у нас какие-либо отличия. Нету. Здесь устанавливаются вкладыши с прорезями. Они все в масле, поэтому их нужно тщательно все это вытереть. Так, нужно это все тщательно вытереть. Снова видео закончилось. Вот смазки тыльную сторону. И устанавливаем. Камера выключилась на установке. Вот видим, у нас здесь масляный канал есть. Здесь замочек есть, что вкладыша. Устанавливаем замок. Щелк пальцем. Вдавили. Проверили отверстие. Все у нас чистое. И так продолжаем с остальными. Итак, все вкладыши установлены. Теперь следует смазать все вкладыши и накинуть коленчатый вал. Так, вкладыши установлены. Все обильно смазано. Теперь устанавливаем коленчатый вал, заведомо его помыв, протерев. Не забываем, да, какой стороной куда. Аккуратненько. Вот у нас он вот так вращается. Спокойненько. Также не забываем про поперечные вкладыши. Сейчас я их найду. Вот, вот эти. Устанавливаются они тоже на смазы полостями к коленвалу. То же самое проделываем с бугелями вымытыми. Да, заведомо их вымываем, потом также все вкладыши чистенько вставляем замочком к замку. Вот так, щелк-щелк до характерного щелка. Все установлены. Также все смазываем и начинаем сборку. Берем двоечка, видите стрелочку, ставим его на второй цилиндр, ну, вторым бугелем, замком к замку, видите замок,
после установки всех бугелей. Также моем все болты в бензине и начинаем наживлять. Моем, продуваем, осушаем. Вот так вот, видите? И нужным моментом протягиваем. И так далее. Все установили, затянули все от руки. Вращает у нас пока вот так все. Сначала туго все вращалось, потом стало легче и легче. Вот. Теперь нужно протянуть динамометрическим ключом. Берем динамометрический ключ, выставляем 50 ньютонов. У нас здесь есть шкала в килограммах. 5 килограмм, либо 50 ньютонов. Вот. Чтобы установить, убираем блокировку вот здесь и настраиваем на 50 килограмм. Думаю, каждый справится. Вот, настроили 50 ньютонов. Это у нас почти 5,5, 5,8, выходит здесь килограмм, ну 5 с лишним. Так, берем головку на 14. Устанавливаем сюда. Неудобно, конечно, с одной рукой. Устанавливаем на затяжку. И затягиваем до щелчков. Сейчас куда-нибудь камеру установлю. Продолжаем. Да, у нас вот такая съемка. Экспресс. Съемочка. Вот. Устанавливаем. Тянем. Не до щелчка. Равномерно, чтобы. Вот. Да, нужно положить, конечно. Это я вам так быстро все показать. Вот. Щелкнуло. Теперь второе. Теперь дальше. Здесь, в принципе, последовательность не так важна. Ну, я имею в виду, чтобы к центру идти, чтобы к центру. А еще, в принципе, пофигу. Блин, неудобно. Ну, в общем, все вот так у нас и происходит. Бог все норовит свалить. Так, 50 ньютонов, затем у нас доворот на 45 градусов и на 15. Шатунные у нас тянутся 25 ньютонов, потом доворот на 30 градусов и на 10 градусов. Так, после протяжки контролируем. Все четко. Теперь берем либо угломер, либо еще что-нибудь. Но это уже я буду без вас. Протягивает на 45 и на 15. Вот. Снова поделюсь с вами секретами. По таблице у нас 50 ньютонов. Как я говорил, потом водоворот на 45 и на 15. Так, после 50 ньютонов устанавливаем на 90 ньютонов. Это у нас и получается 45 градусов. Вот. Как бы так у нас и получилось. И далее те 15 градусов, я думаю, еще десяточку можно докинуть и соточкой протянуть. Вот у нас вот так все пальчиками проворачивается. Вот, ну грубо соточкой тянем и будет все нормально. Потом кидаем шатуны. После протяжки 100 ньютонов. Вот все от руки. Да, конечно, чуть-чуть подклинивает, там уже смазка, наверное, закончилась, которую я туда наливал. Вот, все четко. Теперь переворачиваем и закидываем поршня с шатунами, которые еще нужно собрать, как я уже вам говорил. Итак, господа, не помню, где я остановился. Камеру просто выключаю, прерываюсь. Итак, собираем кольца. Как видео есть у меня, как собирать кольца на поршня. Накинули шатуны, кольца взяли оснастку для колец, запрессовали все сюда. Маслечко, все как полагается. Не забываем вкладывать по одному шатуну в шатун, когда опускаем сюда это. Потом всю эту канитель переворачиваем. А какая же эта канитель тяжелая, блин, теперь. Также один вкладыш забыл закинуть. Вот, видите? Вот так вот, замочком к замочку.
защелкиваю все вкладыши. Вот, не щелкнул. Сейчас он у нас щелкнет. Не стучим, просто аккуратненько. Оп, все, вдавливаем. Далее. Что у нас далее? Вот у нас шатуны. Подтягиваем их все сюда, шейком. Конечно, неудобно все одной рукой. Блин, компрессия хорошая. Вот. И накидываем бугеля. Тоже не путаем, где какой был на шатунах, тот и накидываем. И не забываем сейчас все это все смазать. Сейчас сюда покапаю смазки. В принципе, господа, на такие вкладыши смазки даже лить не обязательно. Даже, я бы сказал, нельзя. Просто берем пальчиком, аккуратно смазываем. И все, где прорезь, туда можно налить. Вот. Ну, просто смазываем пальчиком и все, чтобы там обильно не было. И все, начинаем затягивать. Я уже говорил про момент затяжки. Все у нас вращается легко. 30 ньютонов. Потом 45 вроде. А, или 30 градусов и 15. Или 10. Короче, я говорил. Вот. Сейчас открою таблицу, опять посмотрю. Потом устанавливаем крышки. Здесь, что хорошо, можно установить сальник заранее. Потом установить крышку на герметик. Как вам удобно. Также не забываем про все направляйки и промыть всю резьбу, продуть. Вот и финалочка. Видос я уже не стал снимать, как ставить маслонасос. Герметик еще сырой. Вот. В общем, вот так вот у нас. Здесь сейчас плоскость почистится, обезжирится. Валяется прокладочка. Масло на обкатку. Такое хреновенькое. Как-то вот так у нас. Вот, вклеил поддон, маслозаборник, не забываем. Уже датчики накидал. Детонации. Вот, здесь пока все временно расставлено, выставлены метки по нулям. Вот, вот в таком вот состоянии я его вытащил, как бы. Ну, без поддона, правда, без бугелей из двигателя. Ой, с машины. Этот двигатель. Вот. Такой вот у нас моторчик пьяненький. Не хочет стоять. Оп, падает. Вот. Все, готов к установке. Завтра вкинем машинку. Накинем ГБЦ. Ребень ГРМ, датчики и будут запускаться. И обкатываться. Да, и настроим клапана. Так как у нас головка делалась где-то за пару недель до заклинивание. Вот. Надо будет настроить клапан. Она поездила как раз вовремя. Все там меняло все. Ну и все. Всем пока. Если понравилось видео, ставьте лайки, оценивайте. Если было полезно вам, как собирать моторчик. А мы будем обкатывать его. И все. Все, всем пока. Вот так вот. Капиталочка у нас проходит. И все. И, господа, завершающее видео по капиталке данного автомобиля. Chevrolet 1.2, двигатель B12S1. 1.2, 68 поршня. Ну, копия грубо матизовская. Вот. Все заводится. Как бы был произведен первый запуск, и сразу пришлось заглушить двигатель, так как горело давление масла. Но, к счастью, это оказался у нас, вот тут только что поменяли датчик, неисправный датчик. Он забился немножко мусора, внутри подклинивает. Когда надавливаем на шток, как бы он срабатывает, но с заеданием. При запуске давление поморгало и начало гореть. Вот, открутили датчик сразу. Оттуда давление бежит, вообще сумасшедшая струя. Масленосос новый, на распредвал масло поднимается. Ну, заглушили, пошли купили новый датчик, и все. Теперь все отлично. Итак, как вам показать? Сейчас будет уже второй или третий запуск с вами. Вот, наблюдаем. Да, так туговато проворачивать стартер, но... Еще аккумулятор уже старенький. Холодно на улице. Вот.
Вот так вот он у нас работает. Копаночки, да, немножко цокотят, но это так надо. Вот работает ровненько, никаких вибраций. Компрессию, конечно, мы не мерили, но зачем, смысл? Вот так вот, в общем. Ну все, всем спасибо, кто досмотрел видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, оценивайте. Его капиталка завершена успешно. Теперь будет проходить обкаточка. Так, еще раз покажу, что давление не горит, чек не горит. Видите, индикация вся исправна. Все, всем пока. Пробег, кстати, у автомобиля. Мне это сейчас самому нужно будет. Сейчас мы... Вот, 178 тысяч. Первый ремонт. Коленвала, поршня... Ну, поршня первого ремонта и коленвал. Плюс 0,25, минус 0,25. Все, всем пока.